Банде Гуру Пададдандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджану Самаюктам Виндаванам Манохарам Ванчакалпатару Вашаке Пасинду Бебачи Патитананг Пабуни Бхавайшнаве Бхё Наму Нама Мукан Кароти Вачаланг Пангунг Ланхетгирим Джатки Патамаханг Банди Парамананда Мадвам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Наму Нама Нараяна Намаскитта Нарун Чайва Нараттама Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Барун Дхейям Сада Парибхавагнам Абиштадохам Тиртхаспадам Сива Виринчанутам Сараньям Виттаттихам Панатапал Бхавадипотам Банде Махапурушате Чарнарвиндам Джатпада Паллавана Качандамани Чатай Бисфураджи Такима Бигабхавадушва Дарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадика Майкада Кипам Караши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану Ламбита Бхуджау Каранка Бхадатум Шанкиртаной Капитару Камала Йотакшу Вишамбару Диджабару Джугодхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасинитам Бхавануруппена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманонго Мадапахарам Паранасипурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джоша Чабакшаши Джасьясти Хидай Самбит Там Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе
Vipado naiva vipado, sampado naiva sampado, vipada visvaranam Vishnu, sampado narayana siddhi. Vipado naiva vipado, sampado naiva sampado, vipada visvaranam Vishnu, sampado narayana siddhi. Gauriya Goshtipati. Сисила Бхакти Сиддханта. Гауди Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагангуру сказал: хотим ли мы по-настоящему достигнуть лотосные стопы Шри Гуру Вайшнав и Бхагавана для того, чтобы проверить нас, Бхагаван посылает различные препятствия. Хотим ли мы обрести лотосные стопы Гуру, Вайшнав и Бхагавана для того, чтобы проверить это? Бхагаван постоянно посылает опасные ситуации в нашу жизнь, трудности. И то, как мы сталкиваемся с ними, как мы преодолеваем их, ясно показывает, чего мы хотим. Своими собственными усилиями обусловленная душа никогда не сможет преодолеть проблемы, с которыми сталкивается. Она не сможет разрешить их раз и навсегда. Она может пытаться, но безуспешно. Она может пытаться, но результат будет противоположного от ожидаемого. Своими попытками разрешить проблемы она лишь привлекает новые и новые трудности. Именно поэтому Прабхупада говорит, что обусловленная душа не может сама достигнуть абсолютное благо. Она полностью зависима в этом от Гуру и Вайшнавов. Признаком чистого преданного является то, что он никогда не сетует на трудности, которые могут происходить, возникать в его жизни. Шлока, с которой сегодня начал, очень популярна. Не говорится. То, что нам кажется опасностью, трудностью, на самом деле таком не является. Нам кажется, сейчас у меня такие неблагоприятные обстоятельства в жизни. Но на самом деле это не так. Это еще не опасность, это еще не трудности. На самом деле, когда вы чувствуете себя хорошо, когда вы расслаблены, когда вы ни за что не переживаете, когда вы чувствуете себя в полной безопасности и комфорте, это не есть хорошее состояние. Вам кажется, что это хорошо, но на самом деле в этом нет ничего хорошего. Главная наша проблема заключается в том, что мы забыли Бхагавана. То, что нам кажется благом в этом материальном мире, таковым не является. На самом деле, благо — лишь наше постоянное памятование о Кришне. Самая настоящая опасность заключается в том, что в забвении Бхагавана. Поэтому-то после битвы на поле Курукшетра Бхагаван Шри Кришна собирался уехать в Двараку и everything is over, battle over, everything, all problem over.
И Кунти Деви не позволяла ему сделать это. Кришна говорил, почему ты не позволяешь мне уехать? Все трудности завершились. Теперь все будет хорошо. Нет, говорила Кунти. Трудности начинаются только сейчас. Теперь у нас в жизни все спокойно и хорошо. Мы окружены комфортом и роскошью. Именно поэтому мы легко забудем тебя. А это самое большое горе. Я прошу тебя, сделай так, чтобы моя жизнь была чередой нескончаемых проблем. И благодаря этому я смогу постоянно памятовать о тебе. Наша тяга к благополучию, материальному благополучию, комфорту есть не что иное, как постоянное притягивание трудностей в своей жизни, то есть опасности. Сейчас мы не осознаем, что есть настоящее освобождение, свободное состояние. Нарджа Махарадж говорит, люди, которые куда-то едут, порой останавливаются на ночь в гостинице для того, чтобы отдохнуть. Васудев Махараджа говорит, что наша жизнь все равно, что гостиница, где мы можем переночевать, а затем отправиться в место своего назначения. Наш отец, мать, муж, жена, дети. С нами лишь на короткий промежуток времени. Какое-то время мы проводим вместе. Но когда настанет час, мне придется уйти туда, куда должен уйти я, а они туда, куда нужно им. Когда я посещал Гималаи, совершал паломничество в Гималаях и направлялся в Кедарнатх. Там на пути расположены гостиницы, где можно отдохнуть. Я зашел туда в полдень и встретил там много разных саду, принадлежащих к различным сампрадаям. Я любовался Гималаями, насколько они прекрасны, и в то же время, насколько опасна бурлящая Ганга, Мандакини. Утром я начал свой путь вверх, и встречал, мне на пути попадали саду, которые спускались. Точнее, те саду, с которыми я встретился в гостинице, я после того, как мы переночевали, я пошел вверх, а они пошли вниз, и больше я никогда не встречался с ними. Точно так же на берегу океана, весь берег океана усеян песком. И каждый, то есть песчинка лежит к песчанку, песчинки, другими словами, обнимают друг друга. Но как только подует ветер, они их разбросают в разные стороны, и они больше никогда не встретятся. That
Однажды задали такой вопрос, почему в жизни преданных возникает так много проблем? Я ответил, что это естественно. Бхагаван посылает им трудности. И делает это для того, чтобы показать пример другим. Посмотрите, мой преданный столкнулся с большими препятствиями, трудностями, может быть, даже страданиями, но он никогда не просит меня спасти его. Как в Махабхарате, в случае пандавов, они попали в трудную ситуацию, были абсолютно беззащитные перед теми трудностями, которые возникли в их жизни. Их отправили в ссылку. Вся их жизнь была усеяна проблемами. Однако они никогда не обращались к Господу с негодованием. «У нас столько проблем, почему ты нам не поможешь, Кришна?» Таков признак чистого преданного. Чистый преданный — Парамахамса. Как вы помните, вчера мы говорили о сатвичной севе и о том, как благодаря ей можно увеличить сатва, влияние сатвы в своей жизни, увеличить сатву в своей жизни. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. Однажды Брахма пришел в замешательство. Его первый сын Чатуршан задал ему вопрос. Почему материя входит в... Почему материя и сознание притягиваются друг к другу? Как сознающее живое существо может испытывать влечение к материи? И как материя притягивается к живому существу? Когда Чатуршан задал этот вопрос, Брахма был погружен в свои размышления. Он творец, а творение относится к гуне страсти. Разрушение относится к гуне невежества. Но несмотря на это, мы не можем сказать, что поскольку Брахма повелевает гуной страсти, мы не должны почитать его. Нет, сам Господь вручил ему эти обязанности, поручил ему эти обязанности. И точно так же не означает, что поскольку Шанкар повелевает гуной невежества, сам является падшим. Это не так. Все равно, что... Когда, к примеру, когда преданный поступает на службу в полицию, он должен носить форму полицейского.
Но это не означает, что он становится простым человеком. Хотя он может и выглядеть как полицейский, он в душе, то есть внутри он таковым не является. То же самое с Шивджи. Однажды один служащий офиса написал письмо, к нему пришел его друг. Они поговорили. Этот человек заметил, что... То есть его друг заметил, что он пишет кому-то письмо, спросил, кому пишешь, он ответил, пишу своему брату. Он попросил, не мог бы ты на обратном пути опустить письмо в почтовый ящик? Он взял в руки конверт и обнаружил, что на нем написано письмо получателя тюрьма, находящаяся в Калькутте. И тот удивился. Твой брат в тюрьме? Да, он в тюрьме, ответил служащий офиса. Но он не преступник. Он управляет тюрьмой. Управляющий в тюрьме. И точно так же нам кажется, что вайшнавы точно так же находятся в материальном мире и существуют наравне с обычными людьми. Но это не так. Между обычными людьми и вайшнавами неизмеримая разница. Поскольку вайшнавы всегда, постоянно связаны с Кришной. В Бхагаватам Ямуна занимает особое положение среди священных рек, потому что она является частью Вриндавана. Среди всех священных рек, то есть имеется в виду, что Ямуна не берется в сравнении в этом примере. Среди всех священных рек Ганга занимает первое место. Точно так же, как среди всех воплощений Верховного Господа, Ачьюта является, занимает первое место. И точно так же Шамбу Вайшнаварадж. Знаете, Лингарадж находится в Бхуванешваре. В Брихат-Бхагаватамрите есть детальное описание этого места. Шивалингама. Таким образом, Шанкар Бхагаван занимает первое место среди всех преданных. Точно так же, то есть, так же как и Ямуна не берется здесь в расчет, так же и гопи. Потому что они занимают особое положение. Так вот, Шанкар занимает главенствующее положение среди всех вайшнавов. Когда я слышу в собрании преданных, как старшие преданные ачарьи говорят о якобы совершенных брамой ошибках, я тут же покидаю это собрание. Очевидно, что они не понимают, что Брама является прародителем нашей сампрадаи. Он один из наших ачарий. Ведь вспомните, Кришна Брама Чатурмуки. Кришна
Джаванам Ятхавау, Джадрупа Гуна Кармакаха, Татхайва Вигьянам Астуте Мадануга. Try to understand this point. Javanam, how I am, what is my nature, what is my lila, what is my dham, all speciality you can develop on knowledge by my mercy. Follow? Javanam yatha bhava, yadrupa guna karmaka, tathaiva vijnanam astu te, all knowledge you can develop by my mercy. So if somebody is going to develop all Krishna tattva in full detail, it's my question to you. If you are going to develop Krishna tattva, full Krishna tattva, если вы сможете осознать всю Кришна-таттву, то есть если вы заявите такое, я сразу же скажу, что вы глупец, потому что подобное невозможно. То есть некоторые рассказывают историю о том, как Брахма влюбился в собственную дочь. Но они делают это от отсутствия понимания. Whereas Brahma is the first person, personality, to receive. Они утверждают, что Брахма не обладает знанием расататвы, что расататва не присуща ему раса. Но ведь он первый, кто получил кама-гайтри. Что вы знаете, каково значение кама-гайтри? Что Бхагаван сумасшедший, почему он первым дал кама-гайтри Брахме? То есть кама — это любовные взаимоотношения. Как можно говорить, что Брахме не присуща раса? Итак, Чатуршин, старший сын Брахмы, задал ему этот вопрос. Но поскольку Брахма был погружен в размышления о творении, он не смог понять причину, по которой спрашивает, задает этот вопрос его сын. Итак, Брахма принял прибежище лотосных стоп Бхагавана, и все это происходило на берегу большого озера. И там немедленно проявился Бхагаван в образе лебедя. Чатуршин не был обычным человеком. Он сразу же осознал, что это необыкновенный лебедь. В противном случае, если бы у него не было таких мыслей, понимания, чтобы он стал с лебедем разговаривать. Поскольку он обладал особым даршаном, особым зрением, видением, он обратился с вопросом к лебедю. Кто ты? Then Chatuṣaṁ speaking to them,
This your question, what question you are putting in front of me, is it good? It is right, appropriate? Because who is there? In the infinity world, you think you have a separate personality, you have some identity, you are maintaining some ego. Sure, everybody has. One professor, one scientist, one... Everybody, they have some respective. Because if ego is not there, there you cannot find any material samsara. By this ego, there is... Поскольку эго присутствует в каждом живом существе, существует самсара. Именно из-за нашего эго мы заботимся о своих родителях, о своих внуках, детях. То есть в этом наша обусловленность, в нашем эго. Жизнь за жизнью. Мы принимаем новое рождение в новых семьях. И в каждой жизни у нас есть родители. Об этом Бхактивинода Тхакур пишет в киртане. Но встречу с Гуру и Вайшнавами встречи с Гуру и Вайшнавами может и не быть в каждой жизни. Это очень редкая возможность встретиться с Гуру и Вайшнавами. Даже у змеи, у насекомых есть отец и мать. Но бывает и такое, что без родителей, без отца и матери живое существо приходит в этот мир. Например, если долгое время держать рис, несколько лет, вы обнаружите, что там заведется скорпион. То есть он там сам по себе появится, родится. Не придет откуда-то, а именно там он примет свое рождение. By the birja parichar vasu, in the womb of a big fish, this you know mother of Vajrakusha. Shaktapati, Rishya Singha Muni took birth from a deer. Риша Шринга Муни принял рождение от оленя. Это удивительные случаи. Порой в материальном творении происходит такое, происходит то, что нам сложно понять. Но, как правило, живое существо получает рождение от отца и матери. Однако наши взаимоотношения с родителями и родственниками временны. Спустя какое-то время нам придется родиться вновь, и это произойдет уже в другой семье. Так вот, лебедь спрашивает, обратился к Чатуршину, ты считаешь, что ты задал логичный вопрос? Считаешь, что это уместный вопрос? В этом мире нет никого, кроме Брамы. Все зависит от того, с какой концепции, то есть в каком что побудило в тебе этот вопрос? Исключительно эгоизм. То есть ты считаешь себя Чатурша.
Чатуршин в ответ сказал: дело в том, что если, к примеру, взять горчичное масло и смешать его с водой, не получится, потому что вода с маслом не могут стать одной субстанцией. Потому что лишь вещества с одной молекулярной плотностью могут быть смешаны друг с другом. Почему Бхагаван пришел к Чатуршину в виде лебедя? Он мог принять какую угодно форму, но выбрал именно форму лебедя. Потому что лишь лебедь может отделить молоко от воды. Это дар, которым наделил его Господь. Они могут выпить молоко и оставить воду. Несмотря на то, что вода и молоко были смешаны. Пчелы также обладают выдающимся талантом, которым наградил их Господь. Они могут собирать нектар с цветов, производя мед. Три дня назад мы говорили о том, как Бхагаван сказал Удаве, что твой разум, твой ум никак не связан с атмой. Они абсолютно отличны от него. Наш разум, наш ум полностью материальные, а атма по природе своей чит, то есть трансцендентно, духовно. У нас есть грубое, тонкое тело. Все прекрасно знают об этом. Внутри грубого тела находится тонкое. И тонкое тело является причиной нашего следующего рождения. Тонкое тело называется Каран Шарир. В переводе означает «причина следующего рождения». Именно в соответствии с состоянием тонкого тела мы получим следующее рождение. Ум, будхи, интеллект, читта, аханкар, ложное эго. Как я только что сказал, если бы не ложное эго, если бы не эго, этого мира не существовало бы. То есть материальный мир держится на эго. Именно из-за эго весь мир скован цепями. You can think in cold brain,
Поразмышляйте, представьте, если бы не было эго, что было бы? Материальный мир не существовал бы. Именно из-за эго вы испытываете любовь к своим детям, внукам и так далее. Привязанность — это оковы, которые сковывают вас. Без эго мы не смогли бы испытывать привязанность. Таким образом, весь материальный мир осуществляет свою деятельность, существует только из-за ложного эго. Тонкое тело одно. Но из-за разных Махапрабху связывает наше читта, то есть сознание, с зеркалом. Зеркало отражает то, что перед ним. Махапрабху объясняет, что наше сердце можно сравнить с зеркалом. Все привлекательное, все, что кажется привлекательным для нас, мы смотрим на то, что привлекательно для нас, и испытываем влечение. Притягиваемся и отражаем это. В безветренный, жаркий день на берегу пруда можно увидеть, что гладь озера подобна зеркалу. Если бросить в него камень, появятся волны. Точно так же природа ума — принимать и отвергать. Мы постоянно заняты санкалпа-викалпой. Иногда мы принимаем какое-то решение, а затем передумываем. Это постоянная деятельность нашего ума. Будхи, разум, выступает как руководитель, как директор. В уме ум представляет собой волны, рябь на поверхности воды, а ум, точнее, разум принимает решение, что делать, что делать следует, что нет. И делает он это, опираясь на самскары. Если самскары негативные, то человек действует как Дурьотхана. Он говорит: «Я знаю, что есть грех. Я знаю, что то, что я делал, было плохо». То есть было чем-то было негативной деятельностью, но я не мог не делать этого.
Джанами адхармам ночови нивритти. Тая ришикеса хидиститена ятха ниюкто асми татха харо. Some significance is there. Дурджодхана speaking, I know what is dharma, I know it. Дурджодхан говорит, я знаю, что есть дхарма, но я не мог, я не хотел ее следовать. Я знал, что есть дхарма, и что я должен ей следовать. Но я не мог ей следовать. В то время как я знал, что есть адхарма, и что ей следовать нельзя, но я не мог прекратить ей следовать. That's the same question. Duryodhana speaking this, it's right. You remember in the morning time we are doing Gayatri Mantra, Prachodaya. По утрам мы повторяем Гайатри. Prohibited to speak openly, but even Prachodaya they speak. You know the там есть слова Prachodaya. What is the meaning of this Prachodaya? Полную Гайатри произнести не могу, поскольку это запрещено. Но вот это слово, что это означает? Вы знаете значение? Это означает, я прошу вдохновение у Варгадева. То есть я хочу получить вдохновение от Бхагавана. Я не могу открыто объяснять значение Гаятри, но на самом деле каждая мантра обладает очень глубоким значением. Итак, нам нужно вдохновение на благочестивые дела. Именно поэтому мы просим. То есть нам нужно вдохновение для того, чтобы совершать служение, благочестивые дела и так далее. Именно поэтому мы обращаемся к Господу для того, чтобы Он послал нам Его. Но как объяснить то, что далеко не все повторяют Гаятри, но то есть, среди людей есть много тех, кто испытывает вдохновение на благие дела, при этом не повторяет Гайтри. Какой-то мотив за этим стоит. Мотив, то есть никто не будет действовать без мотивации. То есть вопрос, какой мотив стоит за нашей деятельностью. Дурьотхана испытывал вдохновение совершать грехи. Поскольку самскары Дурьотханы были негативны. Так или иначе, напрямую или косвенным образом все осуществляется под руководством Бхагавана, по желанию Бхагавана. И хоть и... То есть Дурьотхан получал вдохновение на свою деятельность у Майи, а преданные получают вдохновение от Господа. Порой йога Майя также помогает нам. Но что же, кто же такая йога Майя? Йога Майя — это та, то есть йога — это то, что соединяет. Йога Майя способствует моему соединению с Бхагаваном, единению, то есть соединяет меня с Господом. Именно поэтому благодаря йога Майе мы получаем саду-сангу. Йога Майя — шакти Бхагавана. Она — его внутренняя энергия. А Баларама — это его первая экспансия.
И, как мы знаем, говорится, что именно благодаря Балараму мы получаем саду-сангу. И вся гуру-татва берет свое начало в Балараме. От Баларама приходит гуру-татва. Я уже много раз говорил, что Бхададжива не может получить милость трансцендентного мира благодаря своим собственным усилиям. Но как же ей тогда получить милость? Если она своими усилиями не может обрести милость Бхагавана, то какой выход для такой обусловленной души? В обусловленном состоянии наши молитвы не могут достигнуть Бхагавана. Но если я направляю свои молитвы лотосным стопам Гуру Махараджа, он, в свою очередь, передает их Бхагавану. Потому что сейчас мы практически в мертвом состоянии. Мы уже обсуждали признаки живого и признаки мертвого. Прабхананда Сарасвати описывает это в этой шлоке. Весь мир лишен четан. То есть нет тут признаков живых. Люди ходят на работу, в офис, в магазин и так далее. Признак сознания — это преданность Господу. И она тут крайне редко встречается в материальном мире. Таким образом, весь мир все равно, что инертные объекты, то есть весь мир инертен, состоит из инертных людей, инертного сознания. Существует несколько градаций сознания, степеней развития сознания. У деревьев одно сознание, покрытое. Деревья тоже живые. Камни, даже камни. Прабхупада Сарасвати Пад говорит, что если мир не населяют живые существа, в сердцах которых есть чистая преданность, чистая бхакти Господу, эти живые существа инертны. Бхагаван приходит в этот мир через тат пракаш и тат шакти. То есть как в форме Бхагаван пракаш виграхи и в форме шакти. Шакти виграхи. То есть шакти тоже энергия. Вспомните, о вчерашнем киртане мы говорили. Шакти может также действовать как гуру. Я написал статью, в которой объяснял, что Матаджа, женщины по определенным, то есть Бхактина Такур говорит, что по определенным причинам Матаджа женщины не могут действовать как ачарья. Порой такие выдающиеся вайшнави, как Джанава Мата и Гангамата Такурани, Хималата Такурани, занимают положение ачарья.
Но так происходит лишь потому, что они уже превзошли телесные телесный уровень. Они трансцендентны, они уже не являются женщиной или мужчиной. Бхактивинода Тхакура описывает это в читании Шикшамритам. Итак, Шакти-таттва также является гуру. В особенности, самая яркая наша гуру — это Радхарани. Она изначальная гуру. Более того, она гуру Кришны. Как можно сказать, что Шакти не может быть гуру? Итак, первая экспансия Кришны, Баларам, Анантадев. Итак, ман, будхи, читта, аханкар. Наш ум постоянно сбит с толку. Порой он принимает одно решение, отвергает его и принимает новое. Он делает это, опираясь на интеллект. И поскольку Дурьотхана был осквернен Майей, и его сердце было грязным, он и совершал грязные дела. Далеко не каждый имеет вдохновение на благие дела. На кого-то влияет вдохновение, смешанное с майя, на кого-то влияет лишь одна майя вдохновляет его на деятельность. Кого-то... Все зависит от чистоты ума и сердца. Прабхупад часто говорил, когда мы молим Господа, пожалуйста, приди ко мне, и делаем это. То есть мы делаем это. Мы зовем Господа смешного с майей, но он никогда так, такого не может произойти. Сатва-гуна помогает получить вдохновение к благим делам. Но пока вы находитесь на материальном уровне, все равно это вдохновение, посылаемое сатва-гуной, будет смешано с майей. Но когда при помощи повторения гайтри-мантры анартхи покинут ваше сердце, майя перестанет влиять на вас. И именно в это время Бхагаван будет посылать вам вдохновение. То есть, когда вы достигнете необходимой платформы, вы почувствуете, что вы принимаете каждое свое решение, вы принимаете в соответствии с желанием Бхагавана. То есть именно он посылает вам вдохновение на то или иное действие. Существует два вида аханкара, два вида читта, то есть сознание,
один вид чистый, второй вид оскверненный. В материальном мире, в обусловленном состоянии, все, что бы вы ни делали, совершается по вдохновению ложного эго. Точно так же и эго бывает двух видов — чистое эго и ложное эго. Когда Равана спросил Ханумана, кто ты? Хануман молчал, а потом в левое ухо Ситадеви, то есть Ситадеви приняла форму звука, и в левое ухо она прошептала, почему бы тебе не сказать, что ты слуга Рамы? Хануман произнес эти слова, и Равана был поражен. Я думал, что ты царь какого-то огромнейшего государства, что ты настолько великая личность, а ты говоришь, что ты слуга, слуга Рамачандры? Да, с гордостью сказал Хануман, ты служишь Майе, а я служу великому Рамачандре. Итак, преданные тоже обладают эго, но их эго чисто. Потому что без эго жизнь невозможна. Как без эго можно быть преданным. То есть, когда мы понимаем, я слуга Бхагавана, это тоже эго. Но суть в том, что ложное эго грязно, а чистое эго, а подлинное эго чисто. That's why you are sitting in the chariot of mine and running there. Asati mati in Bhagavatam, asati mati also written. Asati mati and moti is actually feminine gender. So asati mati means besha, like Raghunath Das Gosai also writing. Raghunath Das also writing. So this way, first of all, Hansa. I mean, our Bhagavan coming in the form of Hansa and asking. Итак, Бхагаван, принявший облик лебедя, задал вопрос Чатуршану. Прежде обдумай, подобающий ли вопрос задаешь ты? Имеет ли он смысл? Потому что в этом мире есть, этот мир состоит из одного лишь объекта, то есть лишь один объект в этом мире — это Брахма-васту. Во всем мире одна единственная татва — Брахма-татва. Если бы ты познал Брахма-таттву, ты не задавался бы таким вопросом. И затем Хамса Бхагаван начал давать развернутый ответ. Только что я привел в пример воду с маслом, смешанную. Бхагаван сказал Удаве, что твое сознание, твой интеллект, твой ум, твои титулы, то есть титулы, то есть титулы, которые присвоены тебе в материальном мире, присвоены Майей, поскольку Атма титулами не обладает. Твой интеллект материален, ум материален. Атма трансцендентна, она отлична от них.
но из-за того, что она покрыта майей, она не понимает, что все, что происходит с телом, умом, который принадлежит ей, не есть она сама, это не происходит с ней. Но она принимает ум за себя, тело за себя. Naraji asking, do you feel okay? Your Atma, a strange question. Your Atma feeling okay? Your Atma feeling okay with your mind and intellect? What is this question? Naraji задает вопрос. How are you? Because we, but Naraji very technically put in твой ум, интеллект в гармонии с твоим сердцем, с твоей атмой. Как она чувствует себя рядом с ними? Bhagavan appear and backside Bhagavan Maya Devi. Maya with folded hand, bent head. Jan Mayaya Mahitam Jara. By the Maya, this is that Maya, folding hand backside. There is a shadow of that Jog Maya. Shadow of that Jog Maya. There is a shadow of that. So the question of Naraji is very strange. Similarly, итак, вопрос Нарады. Atma, about Atma, Bhagavan speaking, paro opi manute anartha. Необычен. Though anartha is related with body and несмотря на то, что анартха связана с телом и умом, due to covering of Maya, но из-за покрытия майей, атма в постоянном непонимании, находится в непонимании. Того, что ум — это не она, ум и тело — это не она. Она принимает все, что происходит с ней, с ее умом и телом, за то, что происходит с ней, как то, что происходит с ней. Завтра мы продолжим чтение Хамсагиты. Патитан Павонибхо, Вайшнавьо Намо.